Всем привет-привет! Вчера обещал, что сегодня сделаю ролик на очередной проект. И вот как раз время подошло. Сейчас сделаю ролик на один интересный проект. Там, кстати, очень классный дизайн. Мне он очень нравится. Давайте сразу посмотрим. Вот проект называется Express Pay. Вот такой у него интересный дизайн. Мне очень нравится. В проекте есть телеграм-чат. Также можете добавиться и смотреть, там общаться с людьми. Так, статистика у нас, смотрите, работает дней 0, это так, потому что он заплатился только вчера вечером. Пополнено на 4250 долларов, выплачено 759 долларов, зарегистрировано 257 участников. Так, и, собственно, вот наши тарифные планы, их у нас тут есть 3. Смотрите, 108% за 36 часов. Минимум доллар, максимум 5 тысяч можно сюда вложить. Начислений будет на этом плане 36. Дальше у нас идет план 118% за 54 часа. Минималка, максималка такая же. Начислений будет уже только 2. И последний план 128% за 72 часа. Минималка тоже доллар, максималка также 5 тысяч. Начислений тоже 2. Тут, кстати, есть калькулятор. На любом плане можете рассчитать прибыль, свою прибыль. Возьмем, например, вот этот третий план 128% и введем сюда 100 долларов. Да? И вот тут нам сразу вот показана наша прибыль, сколько мы заработаем в конечном итоге. Так, рефералка у нас только один уровень, 6% составляет. Вот тут можно посмотреть последние пополнения, последние выплаты. Вот смотрим, 20, 70 долларов, 17, 35, 10 долларов люди пополняют. Так, вот можно вернуться, вот есть 120 долларов. Так, ну и последние выводы денег 90, 90 центов, 6 долларов. Платежные системы у нас тут присутствуют Payeer, Perfect Money, AdvoCash, Яндекс и Bitcoin. Так, давайте перейдем в кабинет, посмотрим, что у нас там внутри. Кстати, да, вот тут есть вот 3 языка. Тоже можно переключаться. Так, вот так выглядит наш кабинет. Вот тут сколько заработано. Общая сумма выплат, пендинг, последний депозит, активный депозит. Вот общая сумма депозитов. Можете посмотреть. Так, чтобы сделать депозит, вот тут вот наводите курсор на эту иконочку, где депозит. И тут вот есть открыть депозит. Нажимаете сюда. Тут выбираете тарифный план, на какой хотите зайти. Тут выбираете платежную систему. Тут вписываете сумму, нажимаете пополнить баланс. Вот вас перебрасывает на платежную систему. И вы проплачиваете баланс и создаете свой депозит. Вот, я этого делать сейчас не буду, потому что я депозит свой делал вчера. Так, так, так. Дальше у нас вот также во вкладочке депозит можно посмотреть ваши депозиты. Нажимаете на депозиты и вот тут будут отображаться ваши депозиты. Вот работает мой депозит. Так, дальше у нас тут есть вывод средств. Также нажимаете все то же, что и с депозитом. Вот тут выбираете платежку, выбираете сумму и тут выбираете систему. Нажимаете вывести. И денежка прилетает вам на баланс. Кстати, да, перед тем, как будете выводить. Вот видите, тут можно вот все. Так, вот, что я хотел сказать, уже забыл. Перед тем, как будете выводить, вот вам надо в настройках вписать ваши платежные данные. Те кошельки, на которые вы будете выводить. Либо просто один. Я буду выводить только на Payeer, потому я писал только Payeer. Вот тут у данного аккаунта заходите в настройки. И вот тут вписываете ваши кошельки. Я писал только Payeer, вы можете писать любой другой или даже можете писать все кошельки. Если будете работать со всеми и нажимаете сохранить. Вот. Ну что, друзья мои, на этом все. Вот такой вот интересный проект Express Pay. Ссылочка, как всегда, на проект в описании. И не забываем о правиле свободных денег. Инвестируйте только свободными деньгами, потому что потерять их можно в любой момент. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.